Ее Величество дверь может быть стильным акцентом в интерьере, примером инновационных технологий, обеспечивать безопасность, шумоизоляцию в квартире, если мы говорим про входные. Сегодня в программе «Архитектура стиля» покажем разнообразие вариантов и расскажем, как правильно выбрать современную, высокотехнологичную, надежную и красивую дверь. Практически безграничный спектр дизайнерских решений межкомнатных дверей, можно сказать, держится на четырех китах. Это шпон, массив, эмаль и панель. Плюс этой системы заключается в том, что у нас два полотна, равнозначные по ширине, складываются. И вам нужно для полного открывания двери уже не 80 сантиметров, как в обычном варианте, а всего лишь половинка, 40 сантиметров. Эта итальянская система называется Twice, позволяющая двум частям полотна складываться вместе сбоку от проема, значительно экономя пространство. Следующий вариант механизма – роторная система. Она позволяет открывать дверное полотно в обе стороны. Конкретно эта модель изготовлена в покрытии из полипропиленовой пленки, которая обладает высокой износоустойчивостью. Фабрики предлагают большой выбор цветов по эмалям. Это больше 30 вариантов в складской программе. Плюс при желании можно выбрать покраску по ралу, а это уже несколько сотен оттенков. Прямые линии, технологичный дизайн создают концептуальные интерьерные решения. Также интересна белоснежная дверь в неоклассическом дизайне с неглубокой фрезеровкой. Впишется в любой интерьер. Абсолютно любой экземпляр в выставочном зале специалисты компании могут сделать в виде распашных дверей. Здесь идет два типа шпона. Это идет анегри и черепаховое дерево. Они лазером режутся и потом вручную склеиваются. И каждый метр этого шпона, он уникален. Стоит отметить, что на входные и межкомнатные двери можно сделать одинаковые варианты по накладкам, чтобы интерьер квартиры был гармоничным. Кроме этого, входные двери могут быть не только красивыми, но и надежными, а также обеспечивать повышенную шумоизоляцию благодаря сертифицированной конструкции. Идет два листа металла, то есть жесткая конструкция, и внутри идет два слоя акустической минераловатной плиты. Плюс идет три контура уплотнения, сложная профилировка края. Есть также входные двери, практически такие же надежные, как сейф. У нее идет дополнительный бронепакет. Плюс здесь установлен пакет сейф. То есть сталь вместо 1,6 уже идет 2 мм. При этом имеется возможность изготовления двери как по индивидуальному заказу, так и приобрести готовые варианты. Спонсор программы – компания «Ее Величество Дверь». Можно купить металлические входные двери, межкомнатные полотна из шпона и эко-шпона, ПВХ, ламината из эмалевым покрытием, выбрать дверную систему или заказать оформление проема без двери. В каталоге более 10 тысяч предложений. «Ее Величество Дверь», Авиаторов 38, второй этаж, Петра Ломака, 6.